Можно сказать, что родительский актив подняли по тревоге. Пригласили экспертов, педагогов, психологов, психиатров. Задача – рассказать, что такого притягательного в сети и как определенная эстетика захватывает умы подростков. Психолог Нина Пивень сама регистрировалась в одной из таких групп, изучала ситуацию изнутри и говорит, что большинство участников ищут таких же, как они, одиноких, как они считают. Толпой управлять намного легче. Когда им в толпе говорят, что вы недолюбленные и вас много, мы появляется одно, как статный такой инстинкт, одно целое, одна толпа. И эта толпа там, внутри социальная, в социальных сетях, она становится управляема. Депрессивные цвета, картинки, определенная музыка, которую рекомендуют послушать, ключевые слова, постепенное закрепление мысли о том, что виртуальная жизнь важнее, чем реальная. Есть определенные признаки. Знаете, наши дети, они демонстративные. Когда они чем-то увлекаются, они начинают демонстрировать или какое-то плохое, или хорошее поведение, к примеру. И когда вот есть новая идеология группы смерти, они начинают демонстрировать, они начинают рисовать. Рисовать бабочек, рисовать синих китов, рисовать определенные хештеги 57-58. Педагоги говорят, что универсальных рецептов в этой ситуации нет. Главное – это контроль, который при этом не должен быть навязчивым. Даже лучше, если он будет опосредованным, чтобы не нарушать личного пространства. Брат, это может быть любые родственники, в принципе, те взрослые люди, с которыми он контактирует, преподаватель, тренер, то есть любой взрослый человек, которому ребенок доверяет, для того, чтобы этот взрослый человек отсматривал те контакты ребенка, которые есть в социальных сетях. Специалисты рекомендуют наблюдать за детьми с ранних лет, учить их контактировать с материальным миром, с живыми котами и собаками, а не виртуальными. В Анапе сегодня работают десятки учреждений дополнительного образования. Спорт, пение, рисование, есть кружок робототехники. Помнить, что если детьми не заниматься самим, то ими займутся другие.